Так, значит, самым важным вопросом является, почему вообще у человека появилась потребность петь. Как оказалось, ответ очень прост. Человек рождается с потребностью в звуке. То есть я уже об этом говорила, да, что человек рождается, и у него сразу вот это возникает потребность слушать. Потому что поэтому мама всегда поет колыбельные песни, потому что он в утробе, кроме звука, больше ничего не воспринимает, он только слышит звук. И поэтому, когда он рождается, он не видит, у него глаза у детей же не сфокусированы, они практически ничего не видят, но зато они все прекрасно слышат. Хотя говорят, что они не слышат, они все прекрасно слышат. Вот. И поэтому, когда мама поет, там, или что-то там гукает с ним, он ребенок успокаивается, как бы. И, то есть поэтому, соответственно, эта потребность, она никуда не делась. То есть человек взрослеет, а потребность слушать, она остается. Поэтому, а песня, вообще, когда она звучит, очень гармонично. Она, именно народная песня, в чем ее соль народной песни? В том, что она звучится, как сказать-то, созвучно вибрациям нашего тела, созвучно вибрациям окружающего мира. И она как бы нас соединяет. Вот мы когда поем песню народную, да, сами поем, мы в этот момент соединяемся с ближними, в этот момент мы соединяемся с природой, с землей, с небом, с всем окружающим пространством. И получая взаимообмен энергиями происходит. Это, конечно, немножко уже не оттуда, но так, к слову. Вот. Значит, вот я вам сейчас зачитаю отрывок из лекции Жарниковой, кстати. Вот она пишет. Обратимся к древнейшим индоевропейским текстам, таким как древнеарийский эпос Махабхарата. Мы обнаруживаем в них четкую последовательность структуры миропроявления. В начале творения по мысли и слову Всевышнего, то есть по мысли и слову, мысль и слово это уже, это мысль, это слово, это озвученная мысль, правильно? По мысли и слову Всевышнего появилось огромное яйцо, вечное, как семя всех существ. Ну, то есть вообще, а из этого яйца уже появился все, появился свет. То есть даже свет был после того, как уже появился звук. То есть сначала появился звук, а потом уже появился свет. Библию берем. Это вот мы читаем самую древнюю, там 5000 лет назад это было написано. Библию берем, да. Вначале было Евангелие от Иоанна. Вначале было слово. И слово было у Бога, и слово было Бог. Что такое слово? Звук. Вот. И оно было в начале у Бога. И все через него начало быть, через слово, через звук. И без него ничто не начало быть, что начало быть. И в нем была жизнь, и жизнь была, были свет человеков. Ну, там имеется еще живых существ. Вот. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Потом вот еще интересно, нашла в старинной тоже, вот, господи, ведическое произведение Упанишады, Кауштаки Упанишады. И там заговор дается на то, чтобы тебя любили. Прям заговор, такой древний заговор, чтобы тебя все любили. То есть не все, а конкретно, допустим, человек, да. И что там интересно, там идут там разные подряд то-то-то, и такие фразы. Божество по имени Речь. Добытчик, пусть оно добудет мне это богатство. Как специально. Оно сейчас не остановится. Ну все. Ну отключи, все пускай записывает. Заново. В общем, это заговор на любовь. И вот там такие слова. Божество по имени, то есть первое самое, божество по имени речь. То есть первое обращение идет к речи. Потом идет божество по имени дыхание, потом божество по имени глаз. И то есть там каждому обращается, вот так вот каждому. Но там такая интересная фраза. Божество по имени речь, добытчик. Пусть оно добудет мне это богатство от того, кто владеет им. Вот, и вот так вот. Пусть оно мне добудет. Ну, и про каждого вот это. И первое идет речь. То есть в этом заговоре. Именно что речь, звук, это первая потребность у человека вообще во всем, то есть как без этого невозможно. Даже мы уже говорили, что люди слепоглухонемые, они и то звук слышат, но другим образом, они слышат его как вибрацию. Хотя это и важнее даже, чем вообще ухо может быть слышать. Вот. Ну и вот мне еще в самом начале хотелось бы сразу вот эту тему обсудить по поводу, почему тысячелетиями люди пели, вот тысячи, десятками тысяч лет люди пели, а потом вдруг последние буквально, ну сколько, 50, наверное, да, лет, может быть, последних, уже практически, то есть, не поют.
Почему это вообще исчезло? И вот я сколько изучала вот за все это время, сколько разных перечитала там и книг, и на эту тему, и статей. И, в общем, я пришла к такому выводу, что все это произошло лишь потому, что люди утратили изначальный вообще смысл, заложенный вот в эту древнюю песню. Утратили смысл обрядов, которые проходили. То есть в основном песня, сакральная песня, она связана с какими-то обрядами, как правило. Ну, не всегда, конечно, но чаще всего большинство песен сакральных, они связаны с обрядами. И поскольку просто был утрачен смысл. И вот мне хотелось бы, кстати, в первую очередь привести даже такой пример, мне очень нравится. На нем очень, очень хорошо видно, каким образом люди утратили этот смысл. То есть как это все происходило. То есть вот есть... Песня такая, при долине куст калиновый стоит, при долине калинушка стоит, просто в разных вариантах есть. Вот. И на ней очень хорошо видно, как, я, кстати, вот могу вам даже дать, чтобы могли текст наблюдать за мной. Вот. Вот есть такая, ну вот она у меня в записи, только уже самый современный вариант есть. Слушай, у меня не работает этот. Все, я, наверное, сапогом задела. Вот, уже есть более современный вариант. Сейчас я включу его. Так, если я его найду. Вот современный вариант, это вариант 3. Вот, это уже варианту этому лет 150, не больше. Вот она, сейчас я вам включу. Ну-ка, там или нет? Кто это поет? Долины кустолиного стояла, долины соловеса сидела, долины соловеса сидела, долину бурку ягоду клевала, долину бурку ягоду клевала, малиновый закос и воет, малиновый закос и воет, приметали к соловьюшке сокола, приметали к соловьюшке сокола. Взяли, брали соловейку с собою, взяли, брали соловейку с собою, посадили его в лес.